Добрый день, уважаемые любители хоккея, мы с вами в спортивном комплексе «Альбатрос», город Тольятти, где пройдет встреча среди юношей 2011 года рождения. У нас с вами «Лада Тольятти» и «Академия Усть-Кинельск». Все готово к началу первого вбрасывания. Что касается статистики этого турнира, у «Лады» 3 игры, 3 победы, 9 очков, у «Академии» 2 игры. Одна победа, одно поражение. Вот такое. Такая статистика. Вот Тольятти сразу начинает вперед. Бросок поворотом. Контролирует Журавлев Илья. И сразу активнейшим образом играет Тольятти. Серебряков, передача. Серебряков, бросок, опасно, Журавлев так вытаскивает в падение, бросок был, но уж очень приличный бросок был. Вновь на Серебрякова, и тут может быть опасно. Сольцев тут пробирался, но не Мартынов, а Серебрякова. Убирает Серебряков в сторону. Бросок. Журавлев щитком ее отправляет в сетку. И это вбрасывание у ворот Академии. Хайбулин на точке у Тольятти. Слышим и тольяттинские барабаны здесь, и барабаны из Академии. Наброс. Непонятно, чья шайба. И Журавлев ее фиксирует. Журавлев фиксирует эту шайбу. Смена одного там нападающего у тренерский штаб Тольятти делает. Брасни Хайбулин выигрывает. Перевод. Наброс на подставление там. Работает Шаипов. Плачков Гордей пытается сам из борьбы вылезти. Передачу вот нашел, но не точно. Передача, будет выход 2 в 1. Меняев. Наумов, Меняев. Хорошо убирает Меняев. Плачков шайбой. В середину. Это будет 2 минуты за подножку. У Академии в большинстве Тольятти. 5 на 4. Пятером тольяттинская команда. Первое большинство и спецбригада большинства на площадке. Рогалев. Серебрякова. Перепас. Мартынов. Ребята из Тольятти расставились. Какая-то домашняя заготовка. Вылазит в середину. Бросок. Сделал нападающий Тольятти. И вот у Академии удалось шайбу вынести. Время для себя они немножко своровали в этом меньшинстве. Воронов. Передача. Гунов, Рогалева. Расположили тольяттинцы в зоне. Мартынов. Гунов. Бросок с угла, но мимо ворот. Тут, наверное, Серебряков будет. Серебряков, передача. Уверенно играет Академия в меньшинстве. Есть еще, я так понимаю, там пару секунд. Делает смена тренерский штаб Тольятти. И новая четверочка от Академии. Емельянов на точке у Тольятти. Вбрасывание выигрывает центральная Академия. Полный комплект на площадке Академии. 5-5. Не смогли тольяттинцы реализовать свое большинство. Первое в этом матче. Емельянов. Thank you.
Золотницкий. Шайбу теряет Золотницкий. Он вновь подбирает ее. Передача через середину сделал Ярослав. И шайбу Толец из зоны выводит. Отбирает два Толецких игрока, так, но справляется Академия. Хороший выход Тольятти из зоны. 3 в 2, но с третьим догоняющим. Хорошо убирает бросок. Куравлев, выбор позиции. Хороший выбор позиции, фиксирует шайбу. Вбрасывание. Вновь за Тольятти. Опасный может быть, да, опасный здесь выскочил Наумов. Бросок. Контролирует Прохоров. Поднимал на синюю линию. Нападающий. Вот у нас Остриков по флангу. Шовлев, хороший перекат и не позволил шайбу забросить. Наумов. Ворот. Не позволили ему тут Сольцев. Лапин. Сольцев. Вестибор играет. Остриков. Бросок. Гол! Залетает шайба ворота, а Остриков с фланга выбирался и шайбу забросил. Хороший бросок. Не справляется. Ковлев с этим броском. И это гол. 1-0 впереди Тольятти. 5 минут понадобилось нам с вами, чтобы увидеть первый гол. Меняев. Сразу после заброшенной летит вперед. Это будет удаление уже у Тольятти. С пятером. Будет Академия. Пятером Академия. Удаление тольяттинской бригады. Аширов отправляется на скамейку для плохих парней. Алексей Остриков, номер 15. Забросил шайбу по флангу. Клочков. Хорошо вылавил Клочков, но тут Журавлев спасает. Но и Журавлев вступает в игру. Вроде бы Тольяттинцы и вчетвером, но вот Академия пока вот это большинство свое не может реализовать, расставиться. Клочков. Вылазил Клочков и заработал на себе удаление. Четвером останется Академия. Они так, ребята, и не сумели там ничего придумать прям в своем большинстве. Игра сейчас пройдет в равных, в четырех составах 4 на 4. И тольяттинцам там будет где-то, ну, полминутки точно реализовать большинство. Напоминаю, что по минуте здесь удаление на нашем турнире, в нашем регламенте. Четвером, да, тольяттинцы, тут надо кому-то смениться. Передача на синюю линию, наброс и поворот. Выбрасывает шайбу из зоны, но надо помнить, что 4 на 4 игра идет. Мартынов. Щелк и гол! Мартынов Александр, защитник, подключился и забросил уже в большинстве свою шайбу. 2-0 впереди Тольятти. Это вот мощный щелчок Мартынова.
мощный щелчок Мартынов. Мартынов хорошо перешел на Смургунова. Вот в свою очередь по флангу. Сейчас вот улитка напрашивалась, но тащит за воротами. Серебряков. Шайбу теряет. Вот олетницы в зоне остались. Резенцев. Передача в середину. Выбивает Мартынов шайбу. Прогалев. Передача Смургунову. Мордяшев. Толкает Мордяшева. И вот на себе зарабатывает удаление. Вчетвером. Тольяттинцы. В пятером Академии. Хороший шанс для Академии. Сократить отставание. Сбрасывание Наумов. Выигрывает у Сольцев. Поднимает на синюю линию. Наброс. Гол! Вот вам и большинство Академии. Сразу ребята вбрасывание выиграли. У Сольцев поднял защитником. И это 2-1. Хорошая наигровка от Академии. Защитник набрасывал там, не знаю, да, ну, должно быть, наверное, на повторе будет видно, было ли подставление или не было, там уже и нам Виктор на матче скажет. В зону Златницкий вошел, отдал передачу, тут могут проткнуть у Сольцина. Емельянов будет набирать скорости за ворот. Передача на ближнюю. Хорошо убирает защитник. Росляков Кирилл. Вылазит в середину. Уэллс Роман Саргин. Бросок. От Золотницкого. В ближний борт. Родионович. Родионович. Пытается там в одиночку Наумов. С неудобной. Не попадает в ворота. Передача на Родионовичева. Щелчок. Золотницкий принимает удар на себя. Вновь шайба Академии пытался в одиночку пробраться. Наумов. Передачу отдавал. Подальше Талинской команды придумать бросок. Жолев контролирует. Саипов. Но тут вот и Сольцев обокрал. Но до конца дела не довел. Златин. Шайба не выводит. Бросок, Жолев вступает в игру. Сольцев.
вдвоем будут. Отпускает без клюшки, там по-футбольному пытается выебить игрок Толецкой команды. Передерев. Остриков, гол! Хороший выход. Убрал Куравлёва в сторону. И в пустой уголок завел. Остриков уже оформляет дубль. И это 3-1. В нашем матче. Меняев, вот после каждого угла Меняев так сразу включается в игру и летит вперед. Из угла. Хороший мог быть выход, если в ворота попал. Передача, опаснейшая передача была на пятак. Не принял ее. Остриков, передача, хорошая передача. Вот встречают тут защитники Наумова. Ближний борт. Резенцев пытался там обыграть, но шайбу потерял. Наброс. И поворот. Выводит на Академии зоны. Здесь Лапин. На Широкого. Широков попробует за этот гибридный поброс побороться. Ворот Академии. Добро. Хайбулина обыгрывает. Вот Доброска дело не довел. Академия. Зону не удается вывести. Хорошо закрывает зону защитник. Фланго. Не удалось Доброска дело довести. Тут уже летит Толецкая команда вперед. Передача в падении. Тут Хайбулин. Это неудобная. Шайба Академии в круглый борт выбрасывает. Передача из-за ворот будет придумывать. Жаль, все контролировал. Наброс опасный, наброс был от Лешкова Михаила. Из угла Клочков. Ближний угол. Жаль, контролирует. Лешков. Пытается Академии зоны выйти, но пока что не удается. Так, ну, заперли Толецкой дружины. Вот отправляет вперед Мордяшова. Перепас. Воронов. Хорошо, убирает середину, так зрячо бросал в дальний угол, но не удалось ему это сделать, попасть в ворот. Академия, Наумов. От себя, да, любимый фильм Наумова. Серебряков там в падение дает на Воронова. Воронов
Перевоз на Мартынова. Фургунов. Есть положение вне игры, да, раньше времени там залез Рогалев. Вбрасывание. Хорошая передача. Рогалев, передача. Середина, там убирал Смургунов. И передача, возврат. Фантастический гол забивает Олетинская команда. Такой перепас под воротами, и вот он гол. 4-1. Передает Олетинская команда за 15 секунд. До окончания первого периода забивает Лада. Разыграли прям так на тоненького. Перепас, хороший гол от Тольятти. И выбрасывание в центральном круге. Усольцев сумел обокрасть. Латинский там пытается в зону пробраться. Но звучит свисток об окончании первого периода. Мы с вами уходим на небольшой перерыв. Ну что ж, дорогие друзья, у нас с вами второй период. Лада Тольятти в темных джерси, Академия Ускинецкий в светлых джерси. 4-1 впереди Лада. Ну да, преимущество, конечно, на стороне тольяттинской команды в первом периоде, но мы с вами прекрасно помним команду Академию, которая знает, как отыгрываться, знает, как играть вторым номером. Ребята проиграли вчера Саратову 6-0 и выиграли 7-6. Поэтому... возможно, это где-то тренерский ход. Вот такой тренерский ход. Отсидеться в первом периоде и уже включиться во втором в третьем. Лапин с шайбой. 1-2 тут прорывается. Пытался Лапин. Ну, там хорошо его встретили защитники Академии. За воротами Академия. Ближний борт играет.
Репин. Передача на Острикова. Ищет Наумов. Сам вылазит. Можно отдать на дальнюю, но нет, сам бросает. Блохин. Пытался там Блохин пробраться, но не удалось ему это сделать. Лапин. Много находится шайбы в этой смене. До броска дело не довел. Сольцев. Забрасывает зону. Владеен. Пробрасывает себе на ход. Тут не разобрались они с Наумовым, кто эту шайбу заберет. Шайба из зоны выходит, звучит свисток. И это положение вне игры. Брасы, да, зачастую такое в детском хоккее бывает. Ребята после смены периода забываются немножко и могут даже открывать свои ворота. Моргунов тут пытается. Перевод Серебрякова. Серебряков ошибочку допустил. Тут Наумов может ее сейчас поймать на этом. Воронов. Передача на Сморгунова. Чистый вход в зону. В середину. Сбрасывает Сморгунов. Но тут никого не оказался столетинской дружины. Передача на Воронова. Воронов под себя. Бросок. Или Журавлев. Ловит эту шайбу. Первый номер. Выигрывает сбрасывание. Хорошо выигрывает Семенчук Егор. Закрывает зону Талицкая команда. Передача на Хайбуллина. Хайбуллин убирает под себя. Не получается. Коротков. Шайба в зоне у Тольяттинсон, придется ему из нее выходить. Ходит в зону Клочков. Ищет передачу. Передачу хотел найти Клочков. Не удалось ему это сделать, но шайба остался. Передачу искал. Пытается Академия из зоны выйти. Вот передача, возврат. Падение выбивает защитник. И за ворот Клочков. Наброс. Передача на Клочкова. На Хайбуллина. Бросок. Гол! Хорошая комбинация получилась у Клочкова и Хайбуллина. Клочков, в принципе, всю смену искал передачу. И сам шайбы контролировал. В итоге отдал передачу на Хайбуллина. Хайбуллин с пятака, да, там убойная позиция. Шайбу забрасывает. Журавлев тут бессилен. 5-1. Тольяттинцы, конечно, да, доминируют и во втором периоде. Ребята из Ускинельского пока что рассыпаются. Для Лады это вторая игра сегодня. Из ворот. Опасно. Бросал. Но Журавлев шайбу эту поймал. Юлиан Хайбуллин номер 11 забросил. Емельянов на точке. Клочков Гордея ему ассистировал. Пытается Академия где-то нащупать, но единственный свой гол Академия забросила в большинстве. Ну,
ребята, где-то надо заработать это большинство, чтобы вторую шайбу забросить. Судло, бросок. Волшков Кирилл делал бросок с неудобной. Шаипов. Падает Шаипов. Ближний борт. Латнинский зону закрывает. Тут сразу на Абрамову передача была. Росляков идет на подбор. Хорошая передача Рослякова на полборта. Тут, конечно, напрашивалась передача дальше. По флангу. С фланга в середину убирал нападающий на ветер. Вот до броска не довел дело. Это защитник. Броском. Но бросок получается довольно-таки слабый. Прохоров просто убирает угол. Шаипов. Середину убирал Шаипов. Передереев. Под себя Наумов убирал. Вот тут у Сольцев. Шайбу теряет. Лапин пытался против него провести силовой прием. Уходит Лапин, убирает середину. Лапин! Выше ворот. Выше ворот. Хорошо все для себя сделал. Вот Журавлев шайбу зажимает. Сбрасывание у ворот Академии. Выигрывает бросок Академии, сразу летит вперед. Плохин. Вот вновь Лапин. Лапин. Себя пытался убрать, но хладнокровно защитник Академии выбил. Меняев по флангу. В середину Меняев убирал. И вау! Забрасывает Академия вторую шайбу. Забрасывает шайбу Академия вторую шайбу. Вот они. Из угла там где-то нашли. Нашли момент из угла. Наброс на ворота. И это гол. Мартынов. И вот Академия просыпается. Мы с вами знаем, что после заброшенных шайб Академия просыпается и играет довольно-таки активно. И вот посмотрим, как в этот раз получится у Академии. Мартынов останавливает. Сейчас Академия будет придумывать свою заготовку. Идет 7-й Коротков. Никита ассистировал. Александр Меняев, номер 81. Бурсаков Иван, номер 79. Хороший проход Серебрякова. В перекладину попадает. Так, в середину хорошо убрал. Еще и такой плотный достаточно бросок. Ну, что свойственно, конечно, для габаритного защитника. С его габаритами, конечно, да. Серебряков шайбой. Убирает под себя. Двоих уже убирает. Уходит в угол, смотрит передачу. На защитника. Серебряков. Сваливают Серебрякова. Такого крупного парня проводит силовой прием и падает. Серебряков. Рогалев. Опасно действует Рогалев. Тут на нем висят. Передача опасная на Мартынова. Воронов. Дальняя передача на Сморгунова. Входит в зону.
бросает на себя, ловит защитник. Ближний борт отдает. Тут Наумов. Воронов передачу отдавал. Грузинцев. Воронов. Пытались шайбу выкинуть из зоны. Вот удается протолкнуть. Удастся ли? Падение даже не удалось. Зажигает удаление. Передача. Сморгунов. Там есть Клочков на дальней. Бросок в ближний угол. Это гол. Шестая шайба тольяттинской команды. Хайбулин отдал на Сморгунова. И в ближний угол забрасывает Сморгунов. Шестая шайба Тольятти. 6-2. На отложенном штрафе забросили. И вот идет смена в академии. Здесь Николаев Данил будет защищать теперь ворота. 75-й номер будет входить в игру. Перепас. Бросок. Николаев входит в игру. Первый бросок он фиксирует достаточно уверенно. Вообще для вратаря, я думаю, самое главное, вот это со скамейки войти в игру, это вот первый бросок, первые 2-3 броска, почувствовать игру, все равно холодно, сидишь, и вот где-то разогреться, войти в игру. Передача на Клочкова. Клочков вроде как сбрасывал, но не прям точно. Вот, Тольяттинская команда попробует свой домашний раскат. Тольятти. Сам тащит Айширов. Передача на Хайбулина. Бросок. Попадает в своего же Клочков. Передача. Перевод, хороший перевод, будет бросок. Да, идет наброс на ворота, трафик. Аширов. Передача на Аширова. Бросок, не попадает. Пытается Тольяттинцы, так прям надолго закрыли академию в зоне и не дают ее выйти. Вот сейчас, возможно, за счет индивидуальных действий получится выйти. Да, шайбу выбрасывает, но нету проброса. Ближний борт. Хороший перепас. Сразу продолжение. Перед синей линией отдавал пас, но это, знаете, бывает чревато ошибкой. Накрывает тольяттинская команда. Бросок. Николаев контролирует. Передачу отдавал. Из-за ворот Тольятти на пятак. И вот один в два там против двоих тольяттинцев. Шайбу контролирует. Хорошо завел игрок академии в зону. Все удалось Наумову ее подобрать. Наумов! Зажимает Прохоров шайбу. Хороший был сейчас момент у академии. Бурсуков так зашел в зону. Шайбу сохранил. Выигрывает Олег в бросание. Шайбу вывести из зоны не удалось. Наумов. Передача на синюю линию. Бросок. На себя ловит защитник Тольятти. С середины вылазил на подачу. Хороший момент. Вот тут если найдет диагональ. Да, Первезенцев просчитал эту диагональ. Входит в зону.
поднимается рука арбитра вверх. За выброс за пределы площадки малым штрафом будет наказан игрок тольяттинской державы. За выброс шайбы, да. Вчетвером Тольятти. Брасанье вроде как выиграла Академия, но вот подбор не за ними. Как хорошо пролетел прям, но опасно вчетвером так делать, такой проход. Емельянов хорошо на паузе. Передачу. Нет положения вне игры. Шаипов. Шаипов. Емельянов! Подставление! Высоко поднятое не было бы гола. Все равно. Наброс. Почти шайба там заползла. Вчетвером тольяттинская команда еще умудряется зажать зону Академии. От простого играет защитник тольяттинской команды. Емельянов тут прочитал передачу. Есть положение вне игры. Не успел быть его партнер. И это положение вне игры. Вбрасывание. Выиграл Академия, но вот у них там, наверное, считанные секунды уже на большинство остается. Лапин. Отдает передачу Лапин на Наумова. Полный комплект у Тольятти на площадке. И сразу же удаление. Вот только Тольятти вроде как впятером были. Сразу удаление. Вновь вчетвером тольяттинская команда. Наумов. Георгий. Отправится вчетвером Тольятти, впятером Академия. Работает на самом деле в Академии большинство. Вот они в этой игре уже забивали. 6-3 могут сделать прямо сейчас. И тогда останется прям совсем немного в третьем периоде, если сейчас удастся забить. Бросок! Опасно, высоко поднятое. Бросание выносится в центральную зону. Вот подставление было такое, но это высоко поднятая клюшка. Бросание у ворот Академии. Опасно так действовали Серебряков. Бросает Николаев. Тут контролирует. Защитник так интересно действовал в Академии. Толкал вроде как защитить своего вратаря. Натолкнул на вратаря получилось. Ну, вот так, да. Ребята, эмоции, конечно. Да, зачастую, конечно, когда у твоего вратаря шайба, защитники расталкивают, защищая своего вратаря, но тут вот почему-то защитник вроде как защитил, но толкнул на своего же вратаря. Рогалев на вбрасывание. Рогалев вбрасывание выигрывает вперед. Вновь Тольятти и стараются контролировать шайбу вчетвером даже в чужой зоне. Наумов. Воронов там раскатывается. Хорошо убирает под себя. Меняет передачу на Марсукова. Бросок. Прохоров отбивает в угол. Команда «Лапа».
Шахзада в полном составе. Моргунов. Передача на Воронова. Возврат. Бросок! Гол! Хорошо так растащили ребята через передачу. Пас, возврат. Воронов, конечно, классно сообразили. Хороший гол сбрасывает итальянская команда. Это 7-я шайба для Тольятти. Да, в Академии было 2 попытки вот на реализацию лишнего. Вот, где-то не смогли, где-то не дожали. И вот, пожалуйста, тольяттинцы выстрелили и забросили шайбу. Есть, есть еще время, конечно, в Академии. Есть. Где-то может побольше бросков. Восьмой номер. Савелий Сморгунов забросил. Лучко, бросок. Николаев контролирует. Выводит шайбу из зоны. Нету проброса. И у нас с вами звучит свисток об окончании второго периода. Мы с вами отправляемся на небольшой перерыв. Ну что ж, дорогие друзья, у нас с вами заключительный третий период матча между командами «Лада» Тольятти. Академия Ускинельский. Впереди «Лада» 7-2. Есть время, конечно, в Академии. Мы знаем этих ребят уже по этому турниру. Они камбэки делать умеют. Еще раз напоминаю, просто достаточно запоминающие матчи. Это вот играли вчера Академия против Кристалла Саратова. Академия проиграла к середине матча 6-0. Дорогие друзья, выиграла Академия 7-6 по итогу. Вот представляете, какой камбэк, какие эмоции были у ребят вчера. Поэтому тольяттинцам не стоит расслабляться. Ребята знают, как отыгрываться, как нужно забивать. Бросок. Айболин мимо ворот бросал. Для тольяттинской команды это заключительный матч на этом уикенде Волга Кап. Плачков. Выше ворот. С первых минут прям тольяттинская команда зажала. Передача.
Усольцев Александр отдавал, перехватился. Вот ответный перехват. Пытался бросить там. Широков, не удалось. Клочков. Убирает в сторону. Вот тут шайба и уже Блохин. Опасно убирал под себя. Защитник так опасно убрал. Меняев. Шайба из зоны выходит. Нет положения вне игры. Вот тут уже положение вне игры. Наумов говорит своему партнеру. Вот какая-то такая легкая потасовка среди своих же ребят, да? Ребята обменялись ударами. Ну, подбодрили, я думаю, просто подбодрили друг друга. Замотивировали немножко. Наумов на точке. Просто не выиграть Емельяна вперед. Сразу проталкивает его на Шаипова. Шаипов по флангу. Похоже, да, здесь было на задержку. Это удаление. В Тольятти будет... Тольятти будет в пятером. За задержку руками. За задержку руками. 5 на 4. Спецбригада большинства на площадке. Емельянов и его партнеры. Академии зоны шайба не удалось провести. На пятак. Поднимают на защитников. Бросок. Блокирует. Тут меняет скоростной парень из Академии. Передача на Барсукова. По флангу. Бросок. До ворот шайба не долетает. Сам заходит в зону нападающий, убирает середину. Шайба где? Бросок даже успели нанести тольяттинцы. Бросок из угла. Там Блохин его совершил. Перевод. Вновь Блохин. Тут уже щелчок вдали угол. Так прилично бросал. Передача. Зоргин. Пятером. Академ хорошо убирает нападающий. Бросок. Не удается до ворот шайбу донести. Хороший бросок. В пятером Академии не удалось столетинской команде реализовать лишнего. Емельянов. Падает Емельянов. Масляков зону закрыл. Конечно, побольше игроков Академии зоны, они эту шайбу выкидывают. Блохин. Раскатывается. Передача в ближнюю. Ну, Саргин. По флангу. Шаипов с неудобной. Зажимает шайбу. Николаев. Шаипов так с неудобной бросал. И Николаев, конечно, все видел. Для него это как бы не прям уж и тяжело оказалось. Выбрасывание за Тольятти. Подключение защитника. Лапин. Золотницкий тут будет искать передачу. Сам решил пойти Золотницкий. Защитник. С броском. Николаев блином отбивает. Шайба налезет команда. В зону вбрасывает. Тут уже
Академии шайбы. Через ближний борт напрашивается диагональ здесь. Но это уже поздно отдавать, конечно же. По флангу обходит защитника. В середину бросок. Прохоров отбивает. Тут Лапин. Обыгрывает одного, второго. С неудобно. Он там еще успел набросить, но Николаев перекрыл. Все. Здесь, конечно, шайба в ворота бы никак не залетела. А, хорошо обыграл нападающий Академии, но вот до броска только тело не сумел довести. Широков тут обыгрывал, ассистент команды Наумов. Передача на Златницкого, бросок. Добивание тут было. С неудобной. Непонятно, где шайба там. Борьба, как в американском футболе. И бросание будет у ворот Академии. Воронов на точке. Бросок проигрывает Наумов. Поддержал вверх на точке. Серебряков в зону. Воронов. Хорошо обыгрывает тут Воронов. Поднимает голову и под защитника хотел Воронов бросить. Не сумел. Аширов тут закрыл зону. Но у Сольцева из зоны ее выкидывает. Но тут нужен игрок. Не будет проброса. Да, борьба была, поэтому проброса не будет. Сам продвигается Аширов. Вот только сейчас передает Рогалеву. Рогалев, передача. На Серебрякова. Тот замахивает свою пушку. Но до ворот так и не дошло. Бросок дальний угол от Воронова. 7,5 минут осталось в третьем периоде. Сольцев. Парень не сдается. Александр продолжает биться, бороться. Брос. Из угла там пытается выбраться. Вот Академия выбирается из угла. На защитника тут перепас. Воронов первый на шайбе. Давненько не было работы, конечно, у Прохорова. Передача на середину на Серебрякова. Серебряков так с неудобной отдавал. Вот тут Барсуков. Аширов. Хорошо, Аширов убирает, но вот в падении еще там выбивал. Помогает нападающий. Ищет бросок. Барсуков. Зону выкидывает Мартынов. Хороший перевод. Лешков. Барсуков тут из зоны попытается ее вывести. Не удается. Мартынов все-таки побыстрее тут приезжает и зону закрывает. Зажали талетинская команда. Академия вновь. Да, без бросков где-то, но не может Академия просто так выйти из зоны. Не дают талетинские ребята это сделать. Вроде бы вот есть первый пас, да, вот из зоны прям не выходит она, и все. Вот опять ошибка защитника. Опять шайба в зоне остается. Хотя, казалось бы, контролировали. Ну вот сейчас получится выход как раз 2 в 2. Выход 2 в 2. Хорошо убирал под себя прям так. Тольяттинская команда.
пытались разыграть вроде до верного, но передача не дошла и атака захлебнулась. Передача. Гол! С разворота! Шаипов там забрасывает. И куда-то Шаипов полетел. Забрасывает Шаипов. Это 8-я шайба. Пять минут еще играть в третьем периоде. 8-2. Ну, затяжная такая атака получилась у Лады, и вот она как следствие гол. Лавров. В угол. Айболи номер 11. Колочков Гордей номер 4. Амир, 12. Лохин тут из своей зоны прорывался, шайбу подобрал, но вот Доброскодел так и не добил. Жмут, Тольятти на протяжении всего матча в Академию. Вот в Академии где-то пока что не клеится игра. Да, было прекрасное большинство Академии, вот хорошая попытка, они были где-то рядышком, но все равно мало было бросков для Прохорова, мало работы. А тольяттинцы, конечно, зачастую переигрывали своих соперников. Передачу пытался отдать, там не получилось. И тут тольяттинская команда будет выходить из зоны. За счет индивидуальных действий. Да, хорошо, убирает так в угол. В середину. Неудобно отдавал на пятак, но тут дело до броска не дошло. На пятак так хорошо отдавал причем. Неудобный наброс, опасный под воротами. Прохора. Вот он, опасный момент был. Волшков Кирилл создал его, неудобный набросил. Тут добивание было и, конечно, опасно. Вбрасывание. Не может Тольяттинский защитник определить, кому же отдать. Вот ближний борт хорошо отдает. На Лапина. 2-1. Сам будет. Да, бросал сам. В блин попал. И вот летит Родионычев. Ну и ближний борт. Передача в середину. Тут Лапин. Но Лапин на середине площадки ее теряет. Вот Наумов тут сейчас попытается разогнаться из-за ворот, я так понимаю, да. Через пост, ну а пост. Убил. Сольцеву. Вот Лапин опять перехватывает. Неудобный. Не дают ему это сделать. Пытался там Лапин обыграть. Еще есть неудобный бросит. Вот тут из угла на пятак бросится передача. Наумов накручивает. Лакрус пытался там Наумов сделать. Не дали это сделать. Или шайбу просто не получилось поднять. И вот Усольцев. 1-2 там прорывался. Вот в угол площадки Усольцева завели. И там три коршуна из Тольятти, конечно же, эту шайбу пытаются отвоевать. Передача. Остриков. Усольцев. Бросок! Мимо ворот.
передача на Лапина, а он не успел ее увидеть. Там контролирует шайбу Николаев. Проводил ее взглядом. Пытается прессинговать Талесовская команда, но вот у Хадеми выдается новому так под себя убрать. Сморгунов. Быстро так включается. Бросок вдоль ворот. Воронов. Ну, да, наверное, по всем компонентам Талесовская команда переиграла. Может, в силу того, что вторая игра на дне, они как бы были в игровом тонусе. У Академии это сегодня первая игра. И, возможно, где-то ребята еще не проснулись, не прочувствовали этот тонус игры. Победа Тольяттинской команды. Одерживают они победу на турнире. 4 игры, 4 победы. Тольяттинская команда идет без поражений. Выигрывает встречу и выигрывает турнир. Но Академии еще игра, есть шансы на призовые места. С вами тут еще будет и номинация «Лучший игрок матча», и «Лучший игрок матча», и «Самые ценные игроки». Ждем мы тренерский. Как там тренера распорядятся этой номинацией. Команды. Этот турнир с нами. Этот матч для вас выиграл я, Семен Журавлев. Удачи вам!